Ветеран труда Клавдия Рыженко разглядывает черно-белые снимки и вспоминает людей и события прожитых лет. Отчий дом, который стоял на месте нынешнего 11-го лицея. Школа, первая любовь, работа. Клавдия Геннадьевна – живой свидетель того, как зарождался, рос и менялся городской округ. Недавно она отметила столетний юбилей. Это в молодости вы, да? 44-й год. Рядом с фотографиями удостоверение и медаль ветерана труда. Великую Отечественную Клавдия Геннадьевна застала, будучи еще девятиклассницей. С первых дней войны принимала участие в строительстве противотанкового рва на белорусском направлении. Трудилась на заводе номер 301, ныне НПО имени Лавочкина. После эвакуации работала в цеху, где собирали знаменитый советский истребитель Ла-7. Еще 25 лет жизни отдала Химкинскому исполкому. Вы наша коллега, мы знаем. Ветерана труда с 85-летием Химок поздравил Дмитрий Волошин. Главу городского округа Клавдия Геннадьевна пригласила на следующий юбилей и поделилась с ним секретами долголетия. Это труд и любовь к малой и большой родине. Поздравляю всех-всех химчан. Живите, веселитесь, работайте, учитесь, имейте семьи хорошие, дружите. Олег Тюрин, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.